Что такое? Кошки наши, кошки. Я вас накормил уже. Так, тихо. Я что, морковку тру? Володя мне приготавливает, а я ее тру тут. А потом вот этой такой вот щеточкой водой поливаю ее и хлопаю. И оно вылетело все, чистое делается. Вот оно. О! А это армия меня ждет. Это вот Володя, это как, селедка, наверное, да? Да. Вот селедка. Это голову я ему. И молоки у них. Этому пузырю-то маленькому дать надо. Вот раздолбил я голову. И молоки. Вот оно как. А это, видишь, он делит, как Володя. Себе меньше, мне больше. Где он маленький? Вон он сидит. Посмотри, какой. Вот они все, все. Ох, как они. А вон-то где-то. Ну я пошел. Гляди, он уже привычен. Знает, что я туда иду. Ну-ка. Гляди, гляди. О, вот какой он. Ой. Да кричит, наверное, да? Ну-ка, кричит. Подойди поближе сюда. Вертикально, чтобы было. Ну-ка. Ой, 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 ой. Скорее, вот сюда, напротив его надо остановиться. Хвостик трубкой. Ну-ка, давай. О! Ой-ой-ой. Так. Чтобы эти не залезли к нему, у меня тут вот два гвоздика забитые. Вот два рядом, два гвоздика. И тут два. Я решетку опускаю и в эти гвоздики завожу ее. Все. Но он вот так сдвигает. А чтобы не задвигалось, я вот так раз и сюда вот такую палочку подвигаю. А она палочка-то упирается вот в эту вот. Видишь, какая система-то. И гвоздик. Все, мертво. А им там отдельно дадим. Вот она, мать, пришла. Ну что, охота туда, да? А? Ой, головка у меня так маленько на бок и осталась. Сейчас я им дам помаленьку. Как сажусь есть, вот так они здесь уже рядом. Но это такая нахальная. Вот посмотри отсюда. Ты же видишь, я тут что так это. Ну-ка. Вот я знаю, что это неправильно делаю, потому что обедаю. И они тут рядом. Но люблю, чтобы... Опа! Ой. Все, это мать, бабка. Все, готово, садимся за стол. Знаю, что неправильно. Я не защищаюсь. Вот кошки лезут. На куда они лезут? Они рядом. Все. Вот, брат, такое дело. Чеснок у нас тут есть. Лук. Вот. Эти надо хлебушек вот подсушили. Еще скажу. Так, что у нас тут? Вода только здесь? Да. А здесь? Здесь маленько налью половину вот картофельную это. И горяченькой. Тоже половина. Вот так. Это термоса у нас. После этого у меня одна есть это. Я его уронил. Вот он. Покрышечка зелененькая. А это вот нам печет сестра из нашей муки напополам. А теперь я что ее? Разломил. Вот для того, чтобы не... Знаешь, какой хлеб-то из своей муки. И сразу воду в эту. Так, под этой. Воду опустил. Она мгновенно. Все, размокло. Все. Еде готова. Ну тут плеснулась маленечко. Мы со стола все хоть стирать бумагой. Удобно так. Бумажка раз. И бумажку в ведро. Все. Что у нас есть тут? Картошка мелкая. Почистили, а потом ее на противень. И на плиту такую. Вот она уже последняя, да? Нет, я еще вчера творил. Вот. А, вон еще, покажи.
Вот мы ее почистим, он у нас противне. Вон она, вон и на противне. Она маленько подсохнет, не пропадает. Все. Это селедка у нас. Спрашивают, как что. Вот. А это у тебя на рыбе приготовлено? Да, на селедке. Пожалуйста, вот внешне. Что у нас тут? Чеснок, лук. Что надо еще человеку? Хлеб, каша. По милости Божией. Садись давай за стол. Да еще мало того, пряники по одному. Пряники. Где их взять-то?